Привет, YouTube, привет. Вот еще для меня небольшая новиночка. Вот такие ролики. В данном случае здесь кромки сточены, чтобы не так сильно нарезал. Вот на этом ролике, значит, один край остался родной, второй сточенный. То есть, если надо и остро, можно поработать вот этим краем. В другом случае можно так сделать. Ну, вот такие вот две насадочки небольшие. Вот, для выкатывания. Иногда это бывает очень даже полезно. Здесь еще вот он контрагаечка такая. То есть можно фиксировать в любом нужном для вас, так сказать, виде. Хочешь так, 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 по-любому. Вот такие два ролика. Не обязательно, так сказать, ими пользоваться по без покраски. В принципе, инструмент такой, что можно по неопытности, по неосторожности сделать хуже. Но аккуратненько можно что-то где-то поддавить, прокатать, первоначально поднять металл. Вот. Ну и как это все делалось, это мне сделал мой хороший товарищ Валера, автореаниматор. Держи лайку. Спасибо. Ну а дальше вы посмотрите, как это все легко и просто делается.
Ну вот и что. Посмотрел я в Ютубе несколько роликовых колес. Такие разные, да, побольше, поменьше. Ну и как говорится, вот буквально за 30-40 минут можно изготовить ту же самую штучку при наличии минимального станочного парка, да, даже токарный станок не нужен. То есть сварка и шлифмашинка. Можно сделать себе вот такие рулечки. Ну, самая дорогая деталь, это, наверное, сейчас подшипничек вот такой, да, допустим, там 200-й, 201-й. Можно взять самый дешевый китайский, так как скоростя у нас тут небольшие. Он будет стоить там 50, ну 100 рублей от силы, да. Болтик 5 рублей, шайбочка рубль. То есть вот себестоимость вот этого наконечника получается где-то рублей 100. А если покупать его в Москве, всем известная фирма, да, или еще где-то, цена такого ролика, ну, от 1000 и там до 1500, до 2000. Ну, там, правда, у них с полиамида еще с капролактана ободочек, там туда-сюда. Вот, но я думаю, это не намного поднимает цену. Если кому-то надо, может себе вот такие штучки изготовить. Ну, я показал на тоненькой, конечно, оцинковке 0,5. Ну, просто для скорости, чтобы было понятно, что происходит. То же самое будет работать на дверях, на капотах с толщиной металла 0,7-0,8. Миллиметровку, конечно, тяжеловато будет. Но все в ваших руках. Панацея инструмента вообще не бывает. Но для каких-то определенных операций такие наконечники могут вас спасти и ускорить вашу работу. Ребят, можно заниматься без покраской или даже обычной рихтовкой. В обычной рихтовке, даже если краску где-то что-то содрало, такими вещами поднять металл, не сильно потянутый, повторяю, не сильно, да, то есть немножечко, то вполне реально ускоряет работу. Но я думаю, что чем больше у вас инструмента, да, тем шире ваши возможности. А куда и как применить, уже думаете сами. Ну, на этом, наверное, всем большой-большой такой привет и до свидания.